Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и явно купился все-таки я Counter-Strike. Вот, и немножечко даже уже поиграл, какую-то медальку завоевал, боевые навыки, ну и тому подобное. Ну что ж, давайте сегодня рассмотрим все-таки, может быть, кто-то не знает, кому-то будет интересно, какие режимы есть в Counter-Strike. На самом деле, теперь их несколько, и кроме мастерских карт, то есть, которые вы можете делать собственные карты, есть еще несколько режимов, такие как соревновательный режим, ну, это полная игра, которая влияет на ваше звание, там, и тому подобное. Вот, соответственно, здесь, по сути, надо выбрать миссию и конкретно начать играть. Дальше, обычный режим с произвольной картой, то есть выбираете либо миссия с разминированием, либо миссия с заложниками, и, соответственно, уже к ним присоединяетесь и играете. Уничтожение объекта, вот, за каждое убийство дают новое оружие, то есть обычный дефматч, но на маленькой карте, не дефматч, точнее обычная игра, то есть, но на маленькой карте, допустим, на трене только А, там, ну вообще только А зона для плента, бомбы, и соответственно за каждое убийство вам дают новое вооружение. В принципе, я бы советовал этот режим людям, которые хотят научиться стрелять как можно больше видов оружия. Потому что в катавасе обычного режима не всегда успеваешь понять, как стреляет летальная пушка. Но это опять же касается новичков. Те, кто уже про, это все понятно. Наверное, те, кто про, то это видео будет не особо интересно смотреть. Дальше. Гонка вооружений. Гонка вооружений, опять же, дается новое оружие. Вот. И, соответственно, вы продвигаетесь вперед и получая новое оружие. Да, то есть тут здесь просто, если уничтожение объекта там надо взорвать еще, то гонка вооружений, по сути, там ничего взрывать не надо, просто убиваете и все. И бой насмерть — это победить в матче, набрав наибольшее количество очков. То есть обычный дефматч, команда на команду, и вы получаете, соответственно, за все это не только оружие, но всякие бонусы, плюшки и тому подобное. То есть надо стать лидером и набрать больше всех фрагов за отведенное время. Что ж, я предлагаю посмотреть нам сначала. Давайте бой насмерть посмотрим на классических картах. Посмотрим, попробуем, как говорится. Нам продолжительность матча 10 минут. Там мышки и тому подобное. Сейчас я буду корявить, кривить. Ну, ничего страшного, я думаю. Потерпим ради интересного. Просто ради того, чтобы посмотреть режим. Так, ну давайте присоединимся к команде спецназа. Вот мне дали скан сразу почему-то. О, вылетел. Так. Ай, сзади, сзади. Не хочу скан. То есть оружие дают произвольно, абсолютно. Не вы выбираете оружие. Вот видите, мне дали спрей. Так, можно с ВП вот так G нажимаете. И с ВП, если вы кого-то убиваете. Видите, я ничего не успеваю сообразить, ничего. Вот, соответственно, если вы с ВП человека убиваете... Где-то. О, а убил другой, блин, вот так всегда. Вот, то есть если с ВП человека убиваете, вам дают дополнительные бонусы. Появляйся! Ну, появляйся! Он не хочет появляться. Почему он не хочет появляться? Мой фраг! Забрали. Вот. Ну что ж, побежали дальше. Я, в принципе, на ассалте играл, мне больше нравилось. На дасте как-то не так прикольно на втором. Вот. А на ассалте было прикольно. Там в закрытом, по сути, помещении вы воюете. Так, дробаш, великий мой дробаш. Так, вон там идет чел. Оп! В хэд. Норм я словил. С калаша. Окей, у нас теперь... Блин, я вообще, короче, в этом режиме что-то еще на этой карте совершенно не соображу, где что происходит. Противники появляются отовсюду, ну то есть, давайте еще возьмем ВП-шечку и попасем тут. Да господи, это что за эпо-бой? Он уже второй раз, он просто уничтожает меня. Так. Да, даже не попал по нему. Но мой личный враг. Вот нам дали пулемет. Какие-то тут убийцы сидят, обратите внимание. Да. Что такое? Артем, нуб. Вообще, днище. Так, по-своему не надо стрелять. Пригодится воды напиться. Ну, по сути, обычный деф-матч режим.
Ничего, в принципе, необычного в этом нет. Забрали ПВПшника. Так. За еще одного. Вот, когда немножко освоишь, уже полегче. А то когда появляются отовсюду. Так, эпик бой ушел без нашей помощи, ладно. И он оставил нам 10 хп. Великолепно. Давайте посмотрим. Ух, красава. Усадил паренька. Блин, свои. Так, ну на дальних дистанциях мы вообще ни о чем. Надо бы сдохнуть хорошенько бы. Оу! А, вот опять со спины появился, да, и хоп, и все. На! Так. Так, так, так. Оу! Откуда? Так и не понял, ну ладно. Не попал. Бывает. Так, ну что, теперь нам дали пулемет. Там парня разобрали. Тут что-то можно как-то F1 нажать, выключить случайную. О, у меня есть два пистолета, отлично. Ну, давайте снова побегаем. Снова интересно. Если в упор кого-нибудь встретишь, то вообще классно. Давай. Кривой. Ну, вы сейчас даже видели, кто на записи стоит, еще лучше смотрится. Вот, как я просто мимо про... Еще АВПшничка убрали. Так. Свой. У меня 14 хп осталось, не знаю, долго ли я смогу жить. Невозможно повернуть назад. Куда ты побежал? Вот чаще всего так бывает, то есть почти на... Ух, там АВПшник сидит. Ага, ушел. Так. И времени на миг не остановишь. Так, уходим. По мне тут палят. Все-таки достали. Так, все свои, не стреляй. Не стреляй, брат. Не стреляй. Пулемет. Сила. Не сила, против калаша. И он мой все еще личный враг, окей. Пойдемте наказывать личных врагов. Сейчас получится. Так, он упал. Так, ребята, вы что делаете? Ты чё наотрёшься? Ты думаешь, что они придут бомбу плентить? А, ты за ЦВП. Ну ладно, трись. В упор! В упор я по нему не попал. Вот позор. Так, давайте возьмем лишние очки. Вот. Возьмем Бизона. И с Бизоном уже с лишними очками тут захреначимся. Ну. Есть. 18 очков. Еще один. Еще 18. Я по нему не попал, представляете, вообще практически. Это как-то странно, да, это, ну, сами видели, в принципе, Бизон. Для меня привычная пушка. Воу!
Вообще жесткий парень на самом деле. Я бы взглянул в его камеру. Пошел вон, не стреляй по нам. Так. Еще тут хорошо крысить. Люди сидят и крысят. Оп! Откуда? Охренеть. Даже... Блин. А, вы смотрите, по-моему, в таком положении я неуязвим. Так. Блин, застрял, думал, тут стены нет. Ладно, бизон. Уйди. А, ИВПшник, блин. Окей, 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 окей. Поехали, поехали, поехали. И террористы победили. Ну что ж, на этом мы закончим, так сказать. Не дадут, наверное, никаких этих, да? Мне, да, ничего не дали. Ну вот. В главное меню возвращаемся, посмотрим следующий режим. Следующий режим. Давайте гонку вооружений. Посмотрим гонку вооружений. То есть здесь нет определенной цели, просто убиваем людей, и нам дают определенную последовательность. Играл. Так что, кстати, на многих картах вообще их не помню. Но все равно довольно-таки интересно поиграть. Вообще контра меня радует. Так. Ну тут почему-то трое пацанов. Это нечестно. По отношению к двум другим. Ай-яй-яй, как так? Так, окей. А, это разминка была? Окей, все, норм. Это была разминка. У нас два бота, кстати, у них полная команда. Так, ладно. Головешка не прилетела. И с этой пушкой... Вот опять же, очень хорошо учиться стрелять с определенного... Воу-воу-воу-воу. А, он уже с этим, с бизоном мне всадил. Вот. Да, блин. Вот опять я начинаю, видите, как по-унупски. Мне бы пушечку сменить. Меня боты опережают по убийствам, по-моему. А у нас нет больше ботов. Ебан мне. Ладно. Давайте не будем рваться, хотя бы пушку, чтобы поменять. Так, там был чел. Я их коцаю, они добивают и... Они про, а я это... Прокататься вышел. Вот сколько я нанес? 8 урона. О, уже получше. И оп, уже еще лучше. Так. Ох, их тут нормально так. Так, ну бизон уже, это интересно. Дефматчевая карта такая, видите. Да, блин. Ну тоже вылетаешь на двоих-троих. С превосходящим тебя оружием это уже серьезно. Так, еще одного. Так. Есть. Блин. Ну,
Кстати, на урон ТМНС больше, чем он мне, но не выиграла из-за того, что у меня было ХП меньше, да? Да прыгай ты уже. Подходи. Как я ему, видели, высадил в хэд. Так. Оу, воу, воу, воу. Так, 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 так. Главное тут пробежать. Да блин! Перезарядка, мать твою! Почему так вовремя всегда? Блин, ну, честно говоря, неожиданно было. Так, сейчас мы соберемся. И вот здесь попытаемся завалить кого-нибудь. Да блин, нет, выходить так на М16 и прочее. Это глупо, конечно. Так, у нас новый дробовик. И голову мы ему отрубили. Окей. Так, следующий. Давайте пройдем. Чё? Пулемет ушел. Автомат Калашникова. Где он? Еще МК. Блин. Вот видите, такая серия получается. Голова, 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 потом долго всос, всос, всос. Так, окейшки. Уже поинтересней. Последний раунд, я знаю, будет с ножом. Так, врываться тут уже, по сути, некуда. Да блин, не дали своего врага лично убить. Это же надо, а? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Есть. Есть. Ну, будем пробовать. Nice shot. Есть! И снова пулемет? Странно. Так. Так. Есть! Ух ты, пистолет! Так. Черт, 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 черт. Их мы, соответственно, не выиграли и заняли раз, два, три, четыре, пятое место. Ну, ладно. Пятое, так пятое, ничего не получили. Давайте смотреть следующий. Простите меня за человека-соседа, постукивание вот этим. Ну вот, возможно, будут даже дрелить. Вот, и посмотрим следующее уничтожение объекта. Что он из себя представляет. Немножко поиграем, посмотрим. И будет нам счастье! Не, на самом деле, то есть, впоследствии, когда я научусь, я буду снимать там клевые ролики. Потому что контра это надолго, это всегда надолго. Вспомните, сколько лет жила 1.6. Так, пойдемте вот к этому складу, чтобы интереснее было. Террористам они выиграют, кстати. Вот.
Так, и возьмем бота, и с ботом пойдем. Пока за бота поиграем. Не, команда не надо перемешивать, не надо. Блин, перемешали, меня главное выкинули. Ладно, ну что ж, вот видите список вооружений, которые нам будет доступно при убийстве одного противника. Вот, так что давайте сейчас посмотрим. То есть каждый раунд имеется у нас меняется. Оп, там есть. Это бот. Да, ну второго я, конечно, в прыжке на лестнице не угандохал. Да, ну ничего, зато мне дали следующую пушку. И это тоже нормально. Так, а, команда мало даже перемешана, так еще заново и начали. Окей. Так, ну что ж, пойду тогда окольными путями. Путями. Есть один, ушел. Заходим, бро, заходим. Ты что хотел? Давай, до свидания. А, сверху, не видел. Не увидел. Виноват. Так. А, блин, вот эту пушку я еще пройду. А вот с Десерт Иглом вы будете сегодня ржать просто. Десерт Игл — это настолько не моя пушка, что просто не моя. Знаете, как бывает? Ну, это просто не твое оружие. Просто, Артём. Чё ты встал, закрысил? Ах ты! С ППшечкой. Так, блин. Чё-то я... Блин, ну сейчас Десерт Игл. Вот это сейчас будет, знаете, только бы пройти, только бы отстреляться. Ну вот, и все, потому что иначе будет в задницу. Дальше уже интереснее, дальше дробаши пойдут. Так, у нас тут есть кто? Есть, Люцид. Ну, такой же, как я, боец в отряде, не лучше. Так. Ну, у него есть монета, пятилетний ветеран. Кстати, не знаю, что значит эти монеты. Так, вот, слышит, тук-тук-тук, человек-сосед. Лысый, иди пописай. И ты лысый. Текстурки так наложены, да? Криво немножко, ну ладно. Засейвился? А, красавчик, что сказать? Засейвился? Что засейвил? Пушку засейвил, что ли? Не знаю. Нет, ну... Да, ну ладно, вот этот сейв, непонятно, это же не обычная игра. Что сейвить, все равно пуху дадут. Мог бы и попробовать. Так, ну сейчас попробуем с крыши посаживать ребят. Да, это вообще не мое оружие, как вы можете видеть. Я как бы, блин, не умею стрелять с дигла, никогда не умел, ни в 1.6, ни, блин. Здесь надо как это, нацелился, хэд, все, норм, а... Я себе прицельчик поставил, кстати, из старой контры, и поставил себе, чтобы он не раздвигался. Я помню, мы когда играли в контру 1.6, мы все так делали. Так, бот засел. Помогу ребятам. Так, ты кто? Тоже бот? Суть в том, что ты не помогаешь ни хрена и не видишь, чтобы он тоже... Ну ты бот, короче, да, только ты... Не компьютерный бот. Ну сейчас за стенку у тебя бомбу заложат и все. Будешь кукарекать. Ну или так. Да. Ладно, сейчас мы будем с диглом немножко по-другому действовать, потому что нереально. Для меня лично нереально просто. Оу, световуха пришла. Да, иногда бонусом дают световуху, если в раунде там что-то делаешь хорошее. Световую, боевую.
Я только нацелился, хорюка. Нет, думаю, ну все, сейчас думаю, уйду с дигла. Нет, я не могу стрелять с дигла. Вот не умею, все. Хоть обострись, как говорится. Да, игра длится до 20 раундов, то есть те, кто до 11 побед, грубо говоря. Так. Так, мы сейчас здесь зайдите, попробуем теперь. Так, братан, там живой еще? Вроде живой. Не понял, наш на крыше был, да, уже? Ладно. Все, слава боту, слава боту. А, это ботом управлял человек, но я ушел с дигла. Во, дробаш. Вот это тема. Ну, вперед. С песней. А! Блин. Получил я, конечно, с неожиданного места, если честно. Не думал, что он оттуда выскочит прям. Ла-ла-ла. 4-6. Я-то, кстати, не играю. У меня лучше всегда результаты. Задавили, пацана, задавили. Так. Бот, Сет занял больше всех убийств, понятно? Бот всех обыграл. Господи, дожили. Боты уже кого-то обыгрывают. Пойдемте купим минералки. О, минералка, минералка. А, мы выиграли, я не успел даже вступить в бой, отлично. Господи, когда я сниму эту пушку добрую. Бегом. Ну я попал по нему, мать твою. Ах, да, дигл это, конечно, весело, но что-то дробаш у меня сегодня тоже не получается никак. Ладно, все-таки нужно где-то сокращать расстояние, потому что, ну, это нереально с такого дальнего. Так, у нас есть бот, я хочу за бота поиграть. Так. Воу! Вон он. Ну и все. Там какой-то, да, тоже ботяра. Так, окей, боту мы пушку прокачали, теперь у него десерт игл. Блин, с пекарем приятнее бегать, чем с обычными, я веду. Оу! Я думал, здесь выскочил, блин, а... О, привет, русский. Вот, так что, если смотришь это видео, ты негодяй, я думал, что выйдешь дальше. Так, ну что ж, смена команды. Ну, в принципе, я думаю, тут понятно. Давайте не будем в это играть. Мне сейчас ни желания, ни настроения. Вот. Ну, а обычный режим вы знаете. Давайте соревновательный, что ли, попробуем. А, ну тут, короче, выбираешь карту и все. Ну, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим серию. Ничего, в принципе, удивительного нет. Увидели мои кривые руки. Вот, надеюсь, вам это понравилось и было довольно смешно. Вот, с вами был Артем Динамик, канал GameSize. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте. Всем пока, друзья, до встречи.